Всем привет! Вы на канале компании «Адор. Автоматические двери». С вами Вадим. «Соболин N» – пожалуй, самая современная модель отечественной марки, которая сейчас присутствует на автомобильном рынке. Машина вызывает повышенный интерес как и среди частных лиц, так и у корпоративных заказчиков. Сегодня в нашем установочном центре автомобиль «Соболь NN» версия комби. Встречаем! Сценарий использования данного автомобиля подразумевает частое открытие-закрытие сдвижной двери. Но сделать это не так просто, как может показаться. Поэтому было принято единственное верное решение – установить электропривод двери «Кайман» в максимальной комплектации. С приводом замка двери, с управлением приводом от ручек двери и дистанционным управлением с ключа. А для максимального удобства посадки-высадки пассажиров установили автоматическую подножку «Степ». О преимуществах электропривода «Кайман» мы вам неоднократно рассказывали и показывали. Напомню основные из них. «Кайман» бережно относится к пассажирам. При наезде на препятствие сработает автооткат двери. Благодаря использованию обратимого редуктора при необходимости можно вручную перемещать дверь в любом направлении. Привод «Кайман» позволяет по вашему желанию настроить не только ширину открытия, но и скорость работы двери. Эта уникальная функция среди реечных приводов есть только у привода «Кайман». Обратите внимание, в данной версии автомобиля позади заднего ряда сидений установлена перегородка. И для обеспечения возможности установки привода и его работы в боковой панели мы вырезали специальный проем. В данном автомобиле мы впервые реализовали возможность управления приводом при помощи штатного ключа, без использования дополнительного брелка дистанционного управления. В дальнейшем это решение будет доступно и для других приводов и автомобилей.